Может разделить на области? Соли можно разделить. Ну, корабль. Вот такая. Потом будет вот такая. Вот такая. 6, 2, 2 это уже 10. Потом вот такая. 13 уже. 16. А теперь вот смотри, разбить единицу, чтобы квадрат. Не торопись. 16 дальше. А я вот единицу. Единицу? Молодец, отлично. Смотрите, вот эти. Буду взять и еще вот так сделаю. Это будет... 17. Не понимаю, почему. Вот так. Почему сюда? Я не понимаю. Так, Илья, отойдите, пожалуйста. Значит, так, я помню, что у нас в верхнем ряде 3, 3, 2, это 8. Вот следующий ряд я не очень понимаю. Там область какая-то пустая. Там какая-то странная область. Вот это? Нет. Вот это. У нее в центре нет цифры, мы не знаем, что у них всего. Мы не понимаем. Смотрите, вы уберите ее ограничивающие вот эти, не понимаю про эту область. Еще. То, что вот у нас действительно в верхнем 8, дальше есть 6 и 2, это тоже 8, 16, и нижний правый 1, 17, это я понимаю. А здесь нам можно вот этот. Это может, только больше немножко. Да, 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 вот такая штука, да, да, отлично. Это будет уже 18. И еще эту двойку, чтобы было 20. Да. Ты берешь вот эту двойку, любую, на самом деле. Вокруг нее обводишь, не ее саму, а вокруг. Область вокруг нее, да. И говоришь, что насчитал уже. Нет. Лишнее. Лишнее. Только соседние клетки сколько? Да. Да, да, вот, вот, вот так. Еще выше. Чуть выше. Нет, область нужна захватить. Так. И вот уже насчитал 20. Значит, там, где наши области отсутствуют, там вообще ничего нет. Да. Ставишь смело много минусиков. Вот. 5 штук, да. Да. Теперь это помогло или нет? Да, просто. Тогда вот здесь. Да. Искуда? А теперь еще одна мысль звучала. После тройки все правильно, 3 минуты должно быть. Да, это конечно. Центральный из ряда. Вот это. Да. Ребята, еще прозвучала одна мысль. Мы могли взять не эту двойку, а ту двойку, которая на B3. Ну сейчас у него просто 2 после 5 осталось просто. Не понял, почему мы расставили там минусики билет около троек? Вот здесь? Да. Они не вошли в области. Они вошли в эти... Ну, мы в областях уже насчитали 20 штук. А ну, есть мне идея. Да. У этой двойки сколько осталось? Вот у этой тройки. Все, понятно. У этой тройки здесь одна и две. Да, нет, здесь не обязательно. Да. У этой тройки она здесь один и два. Нет, здесь тоже. А у двойки сколько? Где вот? Когда это двойки? Вот да. Эти. У этой? Да. У него ноль, но на самом деле да. Это, да. Ура! Он догадался, что у двойки только 2. Да. Отлично, здесь тоже минусы. Та-дам. Вот эта единица, можно заметить, здесь только... Два места. Непонятно. Почему? Потому что там 2 возможных места, а минус должна быть одна. Еще один минус поставь, еще один минус. Единицы. Смотри, вот здесь еще можно поставить минус. Из-за этого... Нет, минус там можно поставить. Минус. Около шестерки. Около центральной единички. Вот там же нет вообще минус. О, вот это единица. Да, очень большое поле, но без минус. А тогда чтобы было 6 тройка. Было 6 минус. Здесь сразу нужно 2. Еще вот эти 3 мина. Ну да. Это вот
эта двойка тоже уже 2. Но эта двойка. Подождите, Илюша, можешь чуть-чуть отойти? Пока у него все правильно. Он уже очень много заполнил. Да. Тогда у этой двойки... Нет, непонятно. Не обязательно, но у этой. Ты лучше иди вниз. Для вот этой двойки обязательно здесь минус. Конечно. Ну да. И для этой 2 минус здесь. Ну да. И для этой здесь, подожди, здесь 3. Да. Здесь не понадобится. Да, отлично. И здесь вот обязательно единица здесь. Почему? Ну, по той двойке еще минус не поставили. Здесь... Забыл, да, что да, да, да. Подал мне. И вот здесь. А здесь... Одна. Заметьте, вот здесь, вот здесь минус. Здесь минус. Сначала поставь сюда минус. Да. И, за вот этот и тогда вот здесь. И тогда... Здесь... У той тройки уже три мины есть рядом. Да. Ну, в этой задаче мы очень сильно используем. Нет, а у нас 21 мина. Как это? 2, 3, 4, 5, 6. 20, 21. Ты тут у шестерки на раз пришло ее. Зачем с этой самой стороны? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20.